На 26-м пленарном заседании депутаты городской думы одобрили расширение списка семей, получающих льготы по оплате, взимаемой за присмотр и уход за детьми в детских садах. Подробнее об этом поговорим с Ириной Горбуновой, депутатом Пермской городской думы. Ирина Викторовна, здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите подробнее об одобренной инициативе. Ну, действительно, решением Пермской городской думы были предусмотрены льготные категории, которые были освобождены от уплаты за присмотр и уход за детьми в детских садах. Сегодня, точнее в декабре, мы добавили еще льготную категорию. Это дети участников специальной военной операции. И сегодня надо сказать, что, безусловно, эта льгота прежде всего касается муниципальных детских садов. Но мы с вами знаем, что также есть у нас и частные детские сады, которые получают субсидию из бюджета. И, соответственно, если все-таки есть необходимость ребенка отдать в частный детский сад, вот именно в рамках той субсидии, которую платит муниципалитет этому частному детскому саду, льгота также будет предоставлена. Известно ли уже, сколько будет выделено средств на реализацию этой инициативы в 2024 году? Очень сложно сейчас сказать так или иначе вот какую-то конечную цифру, потому что на сегодняшний день, я думаю, что количество контрактов все-таки будет увеличиваться, оно не остановилось на какой-то цифре. Зарезервирована просто достаточно большая сумма из бюджета города Перми. Я думаю, что в любом случае нам ее хватит для того, чтобы исполнить это расходное обязательство. В целом сейчас поддерживаются активно как раз эти группы населения. Какие-то еще инициативы по этой теме планируется разработать? Также на Думе рассматривались вопросы о выделении, вы знаете, выплаты единовременные, да, в 100 тысяч рублей для тех, кто заключит контракт с 19 декабря и поедет в зону СВО. Эта поддержка пойдет именно на семьи военнослужащих, да, для того, чтобы какие-то, я так понимаю, свои расходные обязательства уже внутрисемейные закрыть, чтобы тот, кто находится действительно в зоне специальной военной операции, уже не волновался за бытовые проблемы своих семей. Кроме того, я хочу сказать, что в школах на сегодняшний день дети питаются бесплатно полностью, дети мобилизованных и ушедших по контракту на службу. Кроме того, я знаю, что дети, посещающие этой категории доп. Образования, в любом случае на сегодняшний день власти отрабатывают тот момент, будь то спортивные секции, либо творческие секции, чтобы это тоже было бесплатно. Беспрецедентно это в муниципальных учреждениях доп. Образования. Также даже пытаемся вести переговоры и с коммерческими организациями, которые тоже оказывают эти услуги, ну, для того, чтобы как-то детей поддержать. Кроме того, в рамках моего лицея, я думаю, что коллеги поступают так же, если мы какие-то платные услуги оказываем по подготовке, предположим, к различным олимпиадам, либо конкурсам, то есть платные услуги в школе тоже бесплатно для этой категории. Благодарю вас за такой обзор. Напомню, что сегодня об отмене платы за детские сады для родителей участников СВО мы говорили с Ириной Горбуновой, депутатом Пермской городской думы. Спасибо вам.